Всем привет! Это обзор, и как часто бывают у меня обзоры, по предыдущим роликам я записал, значит, кто видел фильтрованные новости, в которых написал, что у нас началась истерия по поводу трагедии в Кемерово. И вот ребята как будто бы меня не услышали или услышали меня как-то неправильно. Я вас призвал не поддаваться этой истерии. А вы все какой-то обратный эффект. Меня завалили почту сообщениями. Такими тупыми, ну просто они тупейшие. Просто истерия. Я уже не говорю, что из каждого утюга опять эти цветочки, эти мишки, эти слезы. Ну реально это пробивает. Вот пишут в комментах ребята, что да, аж прослезился. Ну реально, и меня пробивает на слезу. Ну нахера это все нужно? Это нужно с одной целью для смешников. Поднять рейтинги, поднять просмотры. Это с одной стороны. Правительство, я вам сказал, с другой стороны, нужно засветить, я извиняюсь за грубость, свои ебальники. Им нужно засунуть свои рожи, свои свиные пятаки везде, в каждый кадр засунуть, как они с трагическими рожами там соболезнуют. И третий момент я упустил. Это все будет использоваться оппозицией, псевдооппозицией и всякой шушерой, типа Госдепа и хохломайдановцев всевозможных. И вот сейчас вот, ну истерия просто. У меня завалили из Ютуба. Тут митинги. Тут чуть не военное положение вводят. И как обычно в таких ситуациях. Там не 50, там не 60, там 600, там 800. Вспомните про этот Вагнер. Кто-нибудь помнит про этот Вагнер? Все. 600, там 6 тысяч человек было. Все. А потом эти в ответ пишут. Там мы там 2 тысячи американцев. Все, успокоились, затихли. Теперь у нас новая мулька. Все, мы давай раскручивать. Один идиот, какой-то твари какие-то. Это хохломайдан 100%. Вот это твари, которые сидят вот в интернетах. Пишут ролик, смотрите, вот он подошел парень в детскую комнату, видите, он положил сумку, ни хера там ничего не видно, что он положил, что он не положил, вы видите, он оглядывается, вы видите, буквально через 2 минуты там сейчас произойдет взрыв, жду, сижу, сука, как идиот, 2 минуты, через 2 минуты идет тупая склейка, все, огонь, дым пошел, все, ну тупая, тупейшая фальшивка, или для поднятия этой истерии и для увеличения количества просмотров в Ютубе, как второй вариант, еще этих же пидорасов столько много, которые еще ведь нажиться на этом хотят. Увеличить количество просмотров. Потом все вот эти кидаловые сейчас, давайте пересылайте деньги, мы тут собираемся, мы тут занимаемся сейчас благотворительностью, мы собираем в помощь этим погибшим детям, этим родителям. Да завалили бабками уже, завалили этих бедных родителей. Ну хорошо, что вы даете денег, но не доводите до абсурда. Я понимаю, да, это огромное, вы ничем не заметите, деньгами это сейчас не заменить. Но 1 миллион дает, значит, правительство 1 миллион дает этот, как его, губернатор, 3 миллиона уже дает там эти хозяева этого торгово-развлекательного центра. И вот они все бабками-бабками заваливают, закидывают. Тушите пожар вы, что ли, этими бабками, я не пойму. Или вам некуда их засунуть, в задницу себе, суки, засовывайте, пенсионерам отдайте. И вот я просто прошу подписчиков, вы угомонитесь уже. Я вам специально эти фильтрованные новости написал так, как я их вижу, что не должно быть этой истерии. Поспокойнее. Через 3 дня, я вам говорю, никто не вспомнит. Вы 9 дней уже, я про 40 уже не говорю, не вспомните про этих детей. Че это за истерика? Вот там сейчас вот этот, и столько фейков. Ну просто закидали. У меня вся личка забита. Я уже знаю, что если ссылка с Ютуба, значит там какой-то бред сейчас будет. Какой-нибудь придурок будет рассказывать, что там творится, сколько реально в реале там творится, что сгорело, сколько погибло. И уже там версии пошли, и все. И бомбами закидывают, и все на свете. Ну бред. Ребята, не поддавайтесь истерике. Все, всем пока. Это была Полиреформа.